Я не знаю, как это должно быть правильно, да, ну, наверное, какие-то там есть санкции, но я считаю, что продукты, которые готовы, их можно отдать, потому что очень много, можно отъехать только от Москвы, и дальше будет очень грустно. Люди вообще не живут, они существуют, пытаясь выжить. Мне кажется, эти продукты можно было отдать в дома престарелых, где полуголодные старики живут. Возможно, это неправильно, я не знаю, как правильно. Но, в первую очередь, неправильно сидеть голодным. У нас очень много, у нас брошенных детей, у нас есть детские дома. Мы везем гуманитарную помощь, вот для меня остается загадкой, да, и тут же все уничтожаем. Может быть, как-то вот эти продукты, наоборот, отправили гуманитарную помощь. Но я не знаю, как это сделать правильно. Я знаю, что не могут вообще вот в наше время, в 21 век, люди быть голодными и существовать нищие. Вообще войны нет, для меня остается загадкой. Войны нет. Я имею в виду, как вот в 41 году мы такие вот все вот объединились, а у нас беспризорные, нищие, голодные, какие-то мизерные пенсии, на которых можно сходить с этими ценами, в общем-то, старикам один раз в магазин. Мне стыдно смотреть старикам в глаза.